Сегодня Вениамин Кондратьев посетил Брюховецкий район. Глава региона осмотрел поля и пообщался с местными фермерами. Многие из них провели техническое переоснащение. Губернатору продемонстрировали умную сеялку, которая повышает урожайность зерновых культур. Она способна выдерживать до сантиметра расстояние между семенами. 2,5–3 сантиметра она глубину выдерживает. Если будет глубже, уже проблема. Если выше, то может пересохнуть слой и не взойти. То есть это, к сожалению... Коллеги, я вот задумываюсь, на самом деле, разве может человеческая рука это сделать? Никогда в жизни. Как бы мы ни говорили. А самое главное, насколько продумано, правильно он сказал, чтобы семена на определенном расстоянии друг от друга были. Для того, чтобы они... еду друг у друга не забирали. Не конкурируют с родителями. Конечно, это же важно было абсолютно, чтобы им хватало питания для развития. И сегодня машина это делает. Я думаю, что, безусловно, вот возможности вашего хозяйства и завтрашний день зависит от того, что вы вовремя сделали модернизацию. Друзья, вовремя, поверьте, это принципиально важно. Сегодня не то, что не отстать, а... предупредить ситуацию, прочувствовать и понять, что вложившись в такую технику, вы явно выигрываете и завтра получаете конкурентное преимущество. Селяне рассказали губернатору, что настроены побить прошлогодний рекорд зерновых и бобовых культур. Тогда на Кубани собрали урожай почти в 10,5 миллионов тонн. Как добиться такого результата, специалисты обсудили на совещании по весенне-полевым работам.